Это боевая дрезина Ганзы. Ищут братву. Можно идти. Теперь все ништяк, можно идти. Теперь все ништяк, можно идти.
Хорошо! Отменяю, в натуре! Обрушение тоннеля, мать его. И такая лестничка красивая рядом. Засада сюда. Ну и хрен бы с ним. За мной! Черт, как будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты пошарь там по шнурам, может найдешь что? И дверь.
сделает. Стрёмное это место. Помнишь наш уговор? Ну давай, давай! Хорошая решеточка. Ай ты, милая моя, красивая, я вернусь и покрашу тебя красочкой. И смажу мою девочку. Врата открываются. Великие темные врата. Я слышу зов. Слышал это? Фух. Ну и песня. Слаще Владимирского централа. Но страшно. Ты проспект Мира. Ты, главное, рта не раскрывай, папочка все сделает.
Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Вы что, оглохли? Нас тут сожрут сейчас! Ублюдки, кого вы за собой притащили? Упырей! Семён, заводи дрезину, спасем этих пупырей. Артём, держись, нам сегодня гада прёт! Заряжаюсь, бля! Слушайся его, эти ребята вообще юмора не понимают. О-о-о-о, какая встреча! Может быть, это обман зрения? Нет же, это Бурбон, собственной персоны. А я уж и не надеялся, что свидимся. Семён, смотри, как кто к нам пришел. Вот хрень! Мы вляпались, пацанчик. Эй, Михалыч, какая встреча, а я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам Бурбон в гости пожалуй. Бурбон, ты только умничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся.
займешься крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться.